Неработающие паркоматы, неубранная территория и отсутствие знаков – это только часть проблем, с которыми может столкнуться водитель на платных рязанских парковках. По одной стороне улицы Радищева буквально через каждый метр установлены знаки, говорящие о том, что стоянка автомобилей здесь платная. А если перевести свой взгляд в другое направление, то водителя ждет сюрприз – никаких указателей нет. К тому же из-за плохой уборки парковочных мест невозможно заметить и разметку. Жертвой такой невнимательности может стать любой. Я припарковался два раза на платной парковке. На одной парковке по улице Пожарной, по второй парковке по улице Радищева 42, даже в вечернее время. Вот. Когда уже солнце не светит, собственно говоря, не видно никаких указателей, особенно что парковка платная. Результат такой невнимательности – штраф на 2000 рублей. По 1000 за каждую парковку. Правда, качество фотографий на бумаге оставляет желать лучшего. Да и сам документ с виду не очень похож на официальную бумагу. Тем не менее, штраф оплачивать придется. По словам Павла, во всем виновата только его невнимательность. Я, как бы сказать, не против заплатить за хорошую парковку деньги, потому что мне абсолютно не жалко 20 рублей в час. Я буду очень счастлив, если я приеду в город, замечу знак, здесь будет стоять какой-то там шлагбаум, я отдам 20 рублей или кину их в монетоприемник. И спокойно сделаю свои дела, вернусь, сяду в свой автомобиль, поеду дальше. Юристы же говорят обратное. Бороться с платными парковками можно. Отсутствие дорожных знаков, неубранный снег на дорожной разметке – этих факторов может быть достаточно. Судиться Павел не будет. Он лишь предупреждает рязанцев о том, что необходимо быть предельно внимательными в том случае, если вы оставляете свой автомобиль на стоянке. Ведь может случиться так, что за один час придется заплатить 1000 рублей. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».